Проверю черный ход. Я к мистеру Роту. Оружие? Не нужно. У меня свое. Вам на сцену, сэр. Прошу. Вот и наш почетный гость. Садитесь, прошу. Я уже давно за вами наблюдаю. И знаете, ваши подвиги в войне с великим Кроуфордом Стариком меня впечатлили. Я убивал ваших людей одного за другим. Вас это не злит? Нет, напротив. Сюрпризы — соль жизни. А мистер Старик — это другая история. У меня тысячи указаний, и все жутко скучные. А что, если нам объединиться и уничтожить его? Что-то я сомневаюсь. Друг мой, если вдруг я вас подведу, и вы не сможете испортить жизнь Старику, можете прийти и ворваться в этот театр и лично прикончить меня. А вы что с этого получите? Шанс немного повеселиться в компании такого храбреца. Договорились. Льюис, карету мне. Едем? Прошу. Вы что, ждете, что я поеду один? Шевелись. Поведете? Возница! Сент-Панкрас! И не щадите лошадей! Я думал, что вы со Стариком на одной стороне. Что случилось? Ну, знаете, его сподвижникам нужны были мои услуги. Но он страшный человек. Я в курсе. Свобода, Джейк. Лишить ее больше, чем грех. Нам отказывают в праве быть людьми. Точно. Сент-Панкрас спасет нас от этого? На станции есть партия взрывчатки, которую скоро доставят Старику. Вы хотите ее украсть? Что? Нет, я хочу ее взорвать. Да, отличный вариант. Тут хорошая девочка. Ты. Внутри Сент-Панкраса стоит поезд. Я скроюсь с товаром Старика, оставив за собой хаос. Конечно, Джейкоб, конечно. К нам приближается поезд, идущий в центр. Так вы сможете незаметно проникнуть на вокзал. Лишь бы с рельсов не сошел. Пожелал бы удачи, но удача — это миф. Я же позабочусь о том, чтобы люди Старика не попали на вокзал. Ну,
Погрузим! Эй, осторожнее! Сломанные кости нам ни к чему! Не опрокиньте! Наконец, доберемся до этих близнецов! Шевелитесь! У нас мало времени на погрузку! Кто-то решил меня обхитрить, что ли? Как он сюда попал? Отсюда!
Отвернись! И вот же! Да? Весельники, вы еще поймете, что это для вашей же пользы. Уже два. Пути назад нет. Эту взрывчатку. Я смотрю, у Спейси поубавилось. Крысы его сожрут быстрее, чем Бобби подберут. Еще один заряд. Удачи, сэр. Я всегда готов помочь, Джейкоб. Стреляйте! Я тебя избавлюсь! Стреляйте! Пустите кровь! Вот и все! Теперь найти того, кто может им управлять. Ah!
Эй! Убери руки свои! Ты что вообще творишь? Тише, прошу. Спокойно, сэр. Не нужно шума. Что тебе нужно? Просто подкиньте немного дров в топку. Я все сделаю. Не убивай меня. Я всего лишь еще один пассажир. Ну да, вам в спину направлен клинок. И что с того? Дайте жару, будьте так любезны. Отлично! Скоро Старрик сдаст свои позиции. Что ж, снимаю шляпу. Прошу извинить, меня ждут дела. Но вы заходите еще.